Привет, друзья! Прошел месяц с момента, как я попробовал сделать собственное крафтовое мыло из кроличьего жира. После изготовления рекомендуется мыло выдержать не меньше 3 недель. Теперь пришло время испытать готовое мыльце. Применить его по назначению, сравним с покупным мылом, ну и посмотрим вообще, как оно мылится и мылится ли вообще. Но сначала. Есть небольшой дефект, вот обнаружил, который проявился после 3 недели как раз просушки, то есть созревания мыла. Появились небольшие желтоватые пятнышки. До этого все было нормально, цвет был вот как изначально сделали. А вот когда мыло уже по срокам было готово, были замечены вот такие пятнышки. В принципе, на мыльные качества это никак не влияет, но претензия по внешнему виду есть. Пробовал найти информацию по этому вопросу, но по поводу появления пятен пишут так, что так может происходить, если мыло портится, и при этом появляется неприятный запах. Но никакого постороннего запаха точно нет, да и вряд ли мыло могло так быстро испортиться. Ну, конечно, мне, возможно, следовало сразу завернуть готовое мыло в пищевую пленку, например. Ну, а я просто накрыл бумажным полотенцем сверху. Может быть, из-за этого, не знаю. Если кто знает, с чем это связано и от чего могли появиться такие вот пятнышки, просьба написать в комментариях. Теперь переходим к полевым испытаниям. Начну с прямоугольного бруска, ну, в который я слил весь оставшийся раствор для мыла, когда у меня все формочки кончились, а фигурные кусочки припрячу пока. Мылится наше мыло как мыло, пенка образуется. Особенно на участках, где волосы, вот на руке видно хорошо, как пенится. Зрители спрашивали в комментариях к первому видео, а где пенящие компоненты, почему не добавлял, почему только щелочь и жир. Вот, пожалуйста, никаких добавок не было, только кроличий жир и щелочь, все. В результате мыльное мыло, нормальное. Для сравнения возьму кусок покупного мыла отечественного производства, ну, назовем это Freedom Factory. Также мылю руки в тех же условиях. Как видите, результаты примерно сопоставимые по мыльности, пенности, ну и ощущениям, кстати, тоже. Крафтовое мыло, возможно, ну, немного пожестче, то есть ощущается как бы потверже. Грязь очищает собственное мыло так же хорошо, как и обычное. Ну, я уж на камеру не стал пачкаться, но я уже тоже попробовал. Повторяю эксперимент. Кстати, второй раз пены от крафтового мыла было уже больше. Ну, это и понятно. Верхний слой, вот самый такой жесткий, он сошел, и дальше уже мылится гораздо лучше. Теперь сравнение более корректное, так как покупное мыло я до этого тоже использовал уже. Как видите, результаты вполне удовлетворительные. В планах у меня попробовать сварить мыло с натуральными красителями из подручных средств. Ну, это может быть либо сок моркови, сок тыквы, куркума, мед, сок крапивы, сок петрушки, молотый кофе, ну и красное сухое вино. Вот что-нибудь из этого выберу, попробую.
Возможно, кроме кроличьего жира, добавлю еще какой-нибудь компонент, который обладал бы еще смягчающим эффектом. Но это уже, когда основа готова, когда мы, в принципе, уже разобрались, как это делается, то можно уже экспериментировать. Вы, кстати, тоже можете помочь мне в этом процессе, если знаете, например, прям какой-нибудь шикарный бомбический рецепт для мыла. Пишите ваши варианты. Главное, чтобы там присутствовал кроличий жир. Ну, в принципе, жировая основа, она так и так будет. Ну и по возможности по минимуму лишней химии. Готовое мыло, которое мы сделали в этот раз, я все-таки упаковал в пищевую пленку. Ну, лучше поздно, чем никогда. Вот такие дела, друзья. Спасибо за внимание и до новых встреч на канале Фермер-одиночка.